Мы установили 3 экопункта в Красногорске, в парках. Они предназначены для сбора раздельного пластиковой тары и алюминиевых банок. Принимают они пластиковую тару от 0,5 до 2 литров включительно, вместе с крышками. Как происходит процесс сдачи? Нужно взять пластиковую бутылку или алюминиевую банку, обязательно со штрих-кодом, потому что экопункт считывает штрих-коды, чтобы тара была только пищевая. Штрих-кодом вверх кладете ее, помещаете в приемное устройство, оставляете, он в течение нескольких секунд забирает ее, распределяет автоматически пластик в одну сторону, алюминий в другую, после чего вы можете вывести чек, на котором будет написано, сколько вы сдали тары в данный момент, там 2 бутылки, например, 3 банки. Можете вывести его на экран фондомата и отсканировать его своим телефоном сразу с экрана, чтобы не печатать чек. Или если вам нужен чек, вы можете нажать еще раз кнопку выдачи чека, и вам выдастся бумажный чек, на котором будет вся та же самая информация, QR-код, обычный код, который можно ввести на сайте, и адрес сайта, на который вы можете зайти или также по QR-коду, или просто вбив его в браузере. Там можно завести личный кабинет, в котором будут копиться ваши баллы, которые в дальнейшем можно будет менять на какие-нибудь ценные призы или акции у партнеров.